10 лет. Миллиард просмотров. 35 тысяч бойцов и представительство более чем 10 странах мира. Говорит Москва. Чемпионат по уличным боям «Стрелка» – это не просто бои. Это часть вашей жизни. Соперник уважаем, показал хороший бой. Мне было тяжело по нему попасть. Я старался показать для вас зрелище. Молодец, молодец, мы знаем тебя, верим в тебя. Знаешь, что ты не осталась перед чем. Эти аплодисменты тебе, потому что ты всегда, всегда показываешь бой, кто перед тобой не стоял. Целое лето парни дрались на этом песке. Мы начинаем суперфинал. Стрелка! Бонзай! Ну что, давайте послушаем первую пару этого турнира. Два настоящих ярких парня, которые расскажут про себя. Я хочу пропиариться в Инстаграм. Лоша, Молния и Мама, подписываемся в Инстаграме. Хочу спасибо большое передать тем людям, которые приехали, и те, которые не доехали. Молодец, вышел драться с таким тигром, как я. Держись, братан, занимайся спортом. Иди сюда, скажи пару слов, давай. У тебя будет все хорошо. Пару слов скажешь? Рячко! Поехали дальше! Это был привозчик стрелки на триколор! Стоп! Да, это было интересно!